Дальневосточный край России. Край суровых ландшафтов. Край богатых недр. Безграничных вод и сильных людей. Сила в этих краях перестала быть просто словом. Ею пропитаны земли, леса, люди, что трудятся изо дня в день. Ведь в борьбе за успех важно быть сильным. Важно быть там, где ты нужен, делать то, что требуется, несмотря ни на что. Преодолевая километры и бросая вызов стихии, мы держимся вместе, и мы побеждаем. Именно вместе мы создаем самое прочное, мощное и столь нужное каждому из нас. Вместе мы готовы к задачам любой сложности, готовы в любое время. Ведь с нами сила, и с нами опыт. Передавая знания, накопленные за десятки лет, применяя лучшие из новых достижений, мы уверенно делаем свою работу. И для нас нет невыполнимых задач. Первые мы вступаем в новый день. Первые завершаем его очередным успехом. И не останавливаемся на достигнутом. Не останавливаемся ради новых побед. Мы делаем лучше для успеха страны и для счастья каждого.